Друзья, всем привет! С вами Мнемонте. Сегодня вам покажу улицу Медитеранскую. Мы пройдемся с вами с торгового центра Токио Плаза до старого города. Пойдемте. Все, я пошел. Вот с правой стороны находится Токио Плаза, торговый центр Будви. На первом этаже находится магазин, косметик, аптека, детские магазины. На втором этаже находится посуда, тоже вещи, разные магазинчики, бутики. Сейчас мы идем с вами по Медитеранской улице. Хотела рассказать, вот возле торгового центра, с левой стороны вот здесь, за ним есть аптека одна хорошая. И вторая аптека есть с правой стороны, возле Сити Кафе. Справа есть аптека, Поповича называется. Так. Пойдемте мы с вами прогуляемся. При входе в торговый центр справа-слева находятся ресторанчики, где можно посидеть, поесть, выпить. Сегодня замечательная погода. Хотел снять еще с утра, но дождь был. Дождь прошелся, и видите, солнышко вышло, уже сразу высохло. Дождь закончился 10 минут назад, уже все сухо. У нас очень быстро. Вот с левой стороны находятся апартаменты фонтана, где можно арендовать. Так, а еще за торговым центром находится рынок, продуктовый рынок, где можно купить овощи, фрукты. Вот вы идете сюда и направо за ним. Поп-поп. А на рынке можно купить овощи, фрукты, можно купить прошут, это местный хамон, там же вам завакумируют ее. И возле рынка есть магазинчик, где можно купить рыбу, там ее почистят вам и приготовят сразу. Здесь вот магазинчик Каспорт. Здесь, когда скидки, можно хорошие купить, хорошие кроссовки можно купить, поскидочные. Я ребенку покупал кроссовки Reebok и Adidas по 9-10 евро. А себе можно взрослому купить за 30-35 евро, когда скидочки. Здесь библиотека. Не библиотека, а книжара. Здесь у нас есть мобильные операторы. Вот Тиком. Здесь можно купить туристический пакет, стоит 10 евро на 15 дней. И можно купить за 15 евро на месяц 500 гигабайт интернета. Второй оператор у нас идет Telenor. Вот здесь, вот реклама, видите, 500 гигабайт за 15 дней 10 евро, за месяц 15 евро. Вот видите, люди у нас гуляют без масок, но если мы заходим в учреждение, в магазинчики, то нужно одевать маски. Сейчас прогуляемся по улочке с вами. Туристическое агентство, где можно купить экскурсии, в ресторанчик зайти поесть. Еще раз повторю, возле каждого ресторана у нас находится меню, где вы можете спокойно посмотреть, что сколько стоит, что предлагают. Вот цены. Даже можно стоять не возле меню, а возле стенда, посмотреть, что почем. И уже решать, заходить, поесть или нет. Тут можно починить часы у нас, можно подшить. Вот эта улица идут магазинчиков бутиков, где можно посмотреть обувь, вещи. Вот итальянская обувь. У них сейчас скидки 20%. Здесь магазинчик, где можно купить флешку, телефон, велосипед, самокат, диски и так дальше. Есть такая вот маленькая пекарня, где можно булочку купить, чевапы, плесковицы могут приготовить. Дальше идет второй итальянский магазин, называется Uno. Обувь. У них здесь скидки сейчас 40-50%. Дальше идет у нас Планика. Вот и фирмы. Какие продают обувь. И тоже 20% скидка. Поднимаемся по ступенечкам.
Если вы на машине, то здесь с левой стороны есть парковочка, где можно оставить автомобиль, и паркомат, где вы оплачиваете монетками евро за парковочку. Тоже обувь. Тут находится банк НЛБ. Банкомат, где снять денежку. Вот банк. Дальше идут два магазина детские. Поло и Сарабанда. Видите, очередь. Лавочку можно посидеть, отдохнуть. А здесь у нас центральная остановка, откуда можно уехать с Будве на пляж Яс, на Плоче. Можно поехать до Святого Стефана на автобусе. И можно поехать до города Петровца. Вот остановочка. Вот. Вот здесь автобусы стоят. Маршрутки, автобусы. И указано направление. Вы здесь можете посмотреть на остановочке, какое время и куда ходит автобус. Вот Будва, Святый Стефан. С Будвы, когда в Святый Стефан уходит, и Святый Стефан возвращается в Будву. Вот Будва Петровац. Будва Браичи. Будва Приевор и Ластва. Все отцы. Вот так все по времени. По времени меняется на летний месяца и на зимние месяца. Летние очень часто ходят, зимние ходят там раз в полтора часа, раз в час, раз в два часа. Здесь находится ресторанчик Перла. Неплохо готовят. Банк Хипопекарнабанка. Ларечки. В ларечках можно купить жвачки, сигареты, журнальчики. И можно купить карточки телефонные. Нужен будет паспорт. В любом случае нужен паспорт, чтобы купить карточку. Без паспорта не выдают карточку. Здесь у нас парковочка. Здесь можно оставлять сколько вы хотите. Вот есть паркомат, мы сейчас до него дойдем. И оплачивается парковочка. Покажу, как он выглядит. Тут вот пошли все магазинчики. Есть обычные магазины, есть брендовые магазины. Цены, скидки. Сейчас везде скидки. От 20 до 50%. Так, мы дошли до паркомата. Давайте посмотрим, как он выглядит. Паркомат. Вот видите, паркинг. Час ночи. Так, с 1 числа до 30, до 4, до 30 апреля стоит 50 центов. А с 1 мая до 30 сентября стоит парковка 1 евро. 24 часа можно оставлять. Если вы не оплатите, то 20 евро штраф. Вашу машину заберут, если не оплатите парковочку. Бросаете монетку. Вам пишет, какое время и дату. Нажимаете ОК. И вам выходит здесь талончик. Забираете талончик. А здесь денежку. Забираете мелочь. Все. И ставите машину. Машину надо ставить вот сюда на лобовое стекло. Чтобы видно было, что у вас оплачено. Если у вас вдруг чемодан поломался, можно здесь купить. Или развалился. Рюкзачки, сумочки. Вот такие все яркие. Люблю, когда желтые, красные, розовые, яркие вещи. Потому что в Черногории тепло, солнечная страна, нужно все яркое, а не черные. В большинстве магазинах заходите, везде черные вещи. Майки, блузочки, платьички. Тут такой простенький ресторанчик, кафешечка, где можно взять мороженое, купить. Вот видите, 4 шарика за 1 евро. 4 куклы – это 1 евро. Вот меню не очень так вот видно, освечивается. Простенький. Здесь можно советские как бы поесть. А, трубочки. Мороженое съесть, кофе выпить. Здесь вот видите, парковка очень хорошая, потому что машина находится под деревьям в тени. Не так сильно нагреются летом. Так. Вам бы интересно было, чтобы я зашел в магазин, наверное, посмотрел цены на вещи детские, взрослые, переодевалочки.
Здесь детский магазин. Здесь можно, если вы хотите домой отправить себе открытую точку, вот бросаете сюда. Каждый день открывается одну. И почта отправляется. Здесь обувь. 30%, от 10 до 30% скидка на обувь. Здесь находится банк. Тоже банкомат. Видите, можно снять денежку свободно. Здесь мы сейчас с вами доходим. Находится супермаркет Воли, премиум Воли. Хороший магазин. Тем, что есть большой выбор разновидностей сыров. Балканских сыров, итальянских сыров. Разновидность вин. Черногорские, итальянские. Вот в магазине у нас нужно заходить в масках. Так, мы дошли с вами до отеля Авалы. Отель Авалы здесь. И возле отеля Авалы сразу здесь есть две парковочки, где можно поставить автомобиль. Первая парковка. И вот вторая парковочка. Сейчас посмотрим мы с вами, сколько стоит парковка. Парковка работает 24 часа в сутки. От 6 до 10 1,5 евро. С 10 до 6 2 евро. Вот человек сейчас нажмет, выйдет талончик и заедет на парковку. Возле каждой парковки вы можете спокойно увидеть, сколько есть мест осталось. Видите, 14 мест осталось. А бывает 0, заехать нельзя на парковочку. А уже будет выезжать, вот второй Мерседес сейчас будет выезжать, подойдет к окошку и дать талончик. И оплатит и выйдет. Так, и отсюда можно спокойно пойти в старый город прогуляться. Видите, здесь указано парковочка. Если вы заняли инвалидное место, то на парковку может заехать эвакуатор и забрать вашу машину. Будьте внимательны. Ой, хорошая погода сегодня. Солнечно. Перед дождем парило. Было 30 градусов. Сейчас дождь прошелся. Где-то градусов на улице сейчас 26-27, легче немножко. Ну, я думаю, что ближе часу дня, двум, снова нагреется. Тут тоже пошли магазинчики, 50% скидка. Тут можно попробовать всех бутиках. Когда вы заходите, берете одну или две-три вещи, просите на эту сумму, чтобы сделал вам еще скидку. В каких-то бутиках это разрешается, дадут. Сейчас мы с вами выйдем возле отеля Магрен и возле старого города, крепостных стен. Вот здесь в отеле Магрен есть ресторанчик Магрен, где вы зайдете, закажете кружечку кофе, и кружечку кофе вам такую дадут маленькую печенюшечку. Сидите в тенечке, пьете кофе и любуйтесь старым городом. Можно спрятаться от жары. Здесь можно поесть, можно просто посидеть, выпить холодные напитки. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите все мои видео. Пляжи, про Черногорию, вам будет очень интересно. Задавайте вопросы в своих комментариях, я с удовольствием почитаю и на них отвечу. До новых встреч!